и с Оксаной в русском магазине большом. Оксаночка вот тоже там рассматривает, вот девочки наши уже знакомые. Да. Поэтому вот ходим, смотрим, что здесь есть. Мастер Оксана смотрит по всем полкам. Мы уже взяли какой-то вот Флор де Джамейка. Красный чай. Она говорит, это тот, который я вам завариваю. Вот я купила 2 упаковки. Дрожжи она взяла. Парни тоже куда-то ушли смотреть. Юра, как только зашел, говорит, вот это да. Сказал Юра. Кстати, надо минералочки взять, пока не вижу здесь минералки. А вот, кстати, казаны, да? Это казаны? Да, это настоящие казаны. Серьезно? Оксана говорит, даже французская мука есть. А у вас нет такой, да? У нас нету. Ну вот видите, у нас есть. Масло, большие мешки. Видите, все у нас есть. Так, вот Оксана уже, видите, как говорится, подпевает. А вот парни. Юра, what you think about store? А вы если на той стороне не были, там какой вообще... Какой выбор громадный. Сейчас да. На гречке сколько. Ой, молодцы. Ты представляешь? Нет, такой магазин я не видел. Вообще, мне кажется, это самый большой в Америке русский магазин. Да. Это такое счастье они нам сделали, это вообще просто... Дело в том, что в Нью-Йорке, как я понимаю, если главный, как сказать, фирма называется международная еда, да. International Food, вот они все оттуда получают и потом распределяют по всей Америке. Угу. Это после этого время Брайтон Бич они начали. Теперь вот это все есть. Да, даже Оксана говорит, боже, у вас эта мука есть, и это есть мука. Столько варенья у них разные. Да. Разные. Вот. Винсент уже банки набрал. Вот эти оливки за $3. Да, понимаешь? Цены очень хорошие у нас. Да, да, очень да, хорошие. Винсент, Винсент, we have a card there, if you want to put on to the card. Ой, Винсент, сейчас еще наберу. What do you say? I said, all those olives for $11, that's да. A really good price. Its price is half. What you see in the Publix is half. It's exactly half. Ой, Винсент банки набирает, ё-моё. Оксаночка, говори нам, что тут хорошее, мы будем теперь брать все время. Советуй нам. Вон, смотри, приправа для варки пельменей даже есть. Выбрала, да не то, говорит Оксана. Ну, это... Ой, Винсент, у меня соленья, варенье, ё-моё. What you taking? I've been looking for. This is all different type of place. Я, говорит, это искал, говорит, давным-давно. Соус, соус этот берет. Tell me, that store, it's a treasure. Этот, говорю, магазин как клад вообще для нас тут. Ой, я, говорит, буду делать вкусное какое-то блюдо. Ну так, что это такое? Маш. Маш? Кичери у нас есть и суп. А для чего? И что это такое? О, Господи, никогда не пробовала. Вы когда-нибудь пробовали такой маш какой-то? Что, так и называется маш? Не знаю я такого. Look at this pasta. Look how small it is. It's for soup is so good. So get it? Yeah. Винсент сразу так бери, говорит. My mouth is watering. Yeah? Говорит, у меня слюни текут, говорит. Are you surprised? And you didn't see it whole thing yet. Я говорю, так удивленно, я говорю, ты еще все не видел. Тут столько всего у нас, ребята. У нас в Алтамонте Спрингс самый большой русский магазин в Америке. Это я даже вот не боясь говорю, 100% вам говорю. Что? Да, я тебе говорю, все вообще в сотах, чего только нет, вообще. Тут просто глаза разбегутся, я не знаю, что покупать. А сколько раз их медов? Очень много. Медов или мед? Да, медов, наверное. И посмотри, сколько варенья. Разного. Сколько варенья. Не любишь варенье? Разного. Да. Угу. И с разной фирмы, не только одна фирма. Да. Молодец. Идем на следующую. Look at this, baby, how many of these pickles and everything. Look at this, tomatoes, and it's all together, tomatoes and cucumbers. Да, говорит, так же мы, говорит, делали в Нью-Йорке. Господи, музыка орёт, вот, жалко. Ой, смотрите, какие плакаты. Вон, адвокаты.
Винсент, у меня не знаю даже на какой полке, как говорится, прижаться. Он просто и туда, и туда, и это, и это. That's crazy, а? Yeah. What you put there? Говорит, ты посмотри, говорит, $2 всего $2. Вот он любит эти все томаты. Видите, все набирает банки, склянки. Винсент, что же мне делать, как тебя остановить? Ой, еще банку несет. Ой, Винсент, что я делать буду с тобой? Вот Юра говорит, давай, я тебе что-нибудь покажу, говорит, кое-что. Посмотри, говорит, кислая черешня. Давайте попробуем. Из кислой черешни я тоже никогда не пробовала. Look how rich that looks. Very good. Да. Компотики грушевые, абрикосовые. Юра, это я тебе говорю, это просто невероятно что-то, что они сделали. И то он говорит, еще не все допринесли, потому что, говорит, еще у нас полки-то не все набиты. Вот. Посмотри, говорит, что у него есть. Это Very crazy. Very crazy. I told you. Wow. Look at this, how cute it is. You know when you get something like this with the skin still on it? It's going to be so fresh when you make that sauce. Ты, говорит, ты понимаешь, если, говорит, ты возьмешь вот с кожицы, если все, то, говорит, там будет просто как свежие. The thing is, you know, their products are usually more organic and of higher quality. Yeah, look at it. Юра говорит, тут почти все органик. Он говорит, я все бы сейчас тут забрал, все просто забрал бы. Юра чего-то нашел тоже. Ну-ка. Супы, да. Разные. Овощной суп. Yeah, very nice. Mushrooms and with paprika with. Now this is looks like a sauce almost. No, but it's soup. Он говорит, похоже как на соус. Но это суп написано. What does that say? Lecho. What's lecho? Lecho is from the old vegetables. Mushrooms. Сана-то у меня с хлебом стоит. А? Подожди, ну ты мне скажи, иди сюда. Ты мне скажи, как магазин-то? Магазин хороший. У нас тоже этот ассортимент есть, только магазин сам меньше. Ага. Но пока продуктов, которых у нас, я не видела. Может, они есть. А какие? Ягоды только. Вот это, как его, оранжевый, как его? Облепиха. А, облепиха. Да, а в принципе у нас тоже самое. То же самое, да, у вас? А. Поэтому я бегу и смотрю, я вижу, что это то же самое. То есть ты ничего не видела, что у вас нет? Нет. А как у вас убралось столько? Это всего, если в этом магазине в большом столько? Ну, не настолько же. У нас селедка такая же, но не так много. Просто стеллажи лежат и все. А-а-а. Человек берет, и они добавляют. А здесь все, посмотри, куча. Ну, у понятно. У нас то же самое. Понятно. Оксана смотрит, вот видите, на тесто. А тесто у вас тоже все вот такое же есть? Не все, я не видела вот такое. Я вообще, когда увидела первый раз вот такое для пельменей, я обалдела, что не надо даже раскатывать. Да, у нас в корейском есть. Вообще. Масло. Масло много тоже всего. Ну, такой же ассортимент. Короче, не удивишь ее ничем, принцесса. Я охала-ахала, она взяла все, обрубила мне. Ну что? Оксана мне сказала, что в нашем русском магазине все так же есть. Все такой же ассортимент. Такое разнообразие. Нет? Разнообразия нет? Вот и я думаю, что-то она там загнула мне, что у вас прям все так же. Много есть. Да. Такой, смотри, одни кильки, сколько здесь. Да, сколько здесь прот. Скажи, а это в тот магазин, который ты меня привозил? Вот этот маленький совсем? Или я не ездила с тобой? Я не знаю, куда ты едешь. А, ну ты меня возил в какой-то русский магазин. I think so. Oh, look at the wine. Yeah. Look at this, right here wine. Look at this. Okay, let's go down here. Винсент попал в винный отдел. Look at this bottles, right? It's crazy. Много сколько всего вкусного. Yeah. This is so much.
What's that, soda? Is that that soda? Квас. Квас. Да, он говорит, я знаю квас. This is the one that we have. Yeah, we have that, yeah. Yeah. Посмотрите, какое просекко красивое. Как сделано красиво, да? Ой, чуть не упало. Как красиво сделано просекко. Ой, вообще. Очень круто. Yeah. Да. Вот Юра мне сказал, все-таки, что у вас такого выбора нет. Ты мне тут не заливай, Оксана. Выбор есть, просто размеров нет, как будто Юра знает. Защити Юра, пельмени. Наш магазин. Пельмени. Chicken, да. Beef. Разные, beef, маленькие, большие. Украинские. Да, 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 да. Даже есть beef and lamb. Да. Это Юра говорит, водку раньше пили с этим. Селедка. Винсент положил уже пельмешки. I think you put a small amount. Small? Look at this, another wheel. Well, how big of a bag? About the same bag. I guess. Don't you want this lamb? Yeah. No? I like veal. Veal, okay. Yeah, like телятина. Он любит очень пельмени с телятиной. Oh, these are made in USA. Yes. These are Russian. I want to try the Russian ones. Okay. Говорит, не хочу сделанного в Америке, хочу русские. Хотя, наверное, тоже сделаны в Америке. Кто и повезет пельмени-то, я не знаю. Лепешки. Мне надо лаваш купить, наверное. Сколько у нас разных тортиков. Господи, из Белочки начинает, добрынинские, киевские. Вот Юра. Да, мы с Оксаной тут уже смотрели его. Он, Оксана, ходит профессиональным взглядом. Не больно-то она чему-то удивлена, конечно. Ну, извините. Да, это она видела все. Анна, ты помнишь молоко в таких пакетах? Да. Я когда смотрю, у меня прям как... Треугольником у нас. Да, треугольником, да. Но я имею в виду такой же расцветки. Да, у меня прям сердце щемит, когда я это вижу. Сгущенка старая, этикетка. Да, такая, видела, да? Да? Ой, так очень нравится мне. Да. Так, Винсент дальше идет. Смотрит, разглядывает. Оксана, может, надо какой-то творожок, сметану. Что нам надо взять? Йогурт. А сметана дома уже есть все. Ну, там одна баночка осталась. По-моему, надо еще нам надо купить. Какая сметана хорошая, скажи. Посмотри. Какая сметана, Оксана? Ну, вот. Эмиш хорошая, да. Yeah. Это они сами делают. Ну, no, вот. Yeah, it's okay, we're gonna take more. О, вот что мне надо было взять, это красную рыбку, вот красную. Почему, а где? Маленькая, не. А, почему, а какую? Не надо. А вот есть большая, нет? Нет, это не большая. А что, как выгодно, какую взять? Мы возьмем потом, это в костке самую удобную. Вот мы искали на гороховый суп копченую курицу. Да. И в Павликсе я ничего не нашла, кроме как копченой этой ветчины. А сейчас Оксана говорит, вот смотри, вот да. Что нам надо было. Но я на самом деле в Павликсе никогда этого не видела. Да, вот да. Айзербер ты не будешь готовить, да. Как надо. Вот это тоже хорошо. Да. Вот, ну давай возьмем, пусть у меня лежит. Или да, может да. Еще. Может, ты еще нам смотри, сваришь суп. Еще, да, слышишь? Ножка. Сваришь еще раз нам суп. Да, ну, да, конечно. Винсент, это не остановить. No, I feel small. So what one you want? Hungarian sausage. This Maybe is Hungarian. This is Russian. Yeah. Yeah, the Russian. No, Обе говорит, возьму. We'll have a nice platter. О, что делается? Да, вижу. Он так любит это все. Ты что, его запусти в русский магазин. Хотя вот хоть выделывается, конечно, не любит селедку там или что-то. А колбасу он очень любит, пиво. Did you see beer, Russian beer? Yeah, it's over there. Did you buy? No. Why? I don't know. А это что? А вот на чем суп горох. Да. Видишь? Да. Pork smoked ribs. Тоже возьми, дай. Ну это сырые, надо варить. Ну что? When they make pea soup, they include this. Так, Винсент нашел чеснок. Did you want to take a beer, Russian beer? Yeah, I'm yeah. Pick it out. I don't know which ones to pick. Okay, let's go to see beer. Смотрите, как все красиво упаковано. Боже, а картошка-то, смотрите, какая. Это вообще, это что картошка? Это с головы. Капуста.
Винсент показывает, Юрик, какой хороший здесь, какая хорошая, помидоры хорошие. Фу. Юра говорит, что в Америке девятка Балтика против закона, потому что она, у нее слишком много алкоголя. Крепкая, да. Это что? Надо попробовать разное пиво, и вот такое надо попробовать. У меня Винсент любит пивко. Ничего, 5, да. 5,4% какое, ага. Это максимум, что могут. Подожди, а сколько в Балтике? 8. Сколько? 8. О. Это как вино. Ой-ой-ой, это крепкое. Да. Экстра. Экстра Балтика. Да. Так надо взять, наверное, нет? Ну, наверное, я не знаю. Смотрите, какой наборчик стопочек, прелесть. Набор для дружной компании. Вот разные стопочки, живая вода, водочка, настоечка, прелесть. Прелесть. Еще не видела вот их торты. Look at that. You did look that? Yeah. It's crazy, right? It's like a chocolate Napoleon. Yeah. Yeah. Шоколадный Наполеон. И... Ой, вообще, я не знаю. Говорит, смотри, какие хлеба. Да, они... Don't touch my hands. Да, я говорю, бери тогда этот хлеб, раз уже хватаешь. Все. That's gonna be nice. Nice, yes. I bought Lithuanian bread too. Ну, торты у них, конечно, посмотрите. Вообще, матюгнуться хочу прям даже. Все. Интересно, кто ближе угадал, сколько мы заплатим вот за это. Винсент? 285. Оксана? Оксана, come here. Сколько ты думаешь, мы заплатим за это? Около 300. Оксана думает 300. Я сказал 250. А я сказал 220. Ну, вот давай. Кто из нас будет ближе, посмотрим. Так, я уже проигрываю. Мои 220 проиграны. Дальше у нас, кто у нас говорил 250? По-моему, Юра говорил 250. Так, Юра у нас уже проиграл. Его цифра была 250. Дальше следующая будет 285 Винсента и 300 для Оксаны. Вот кто будет ближе. Так, у нас борются Винсент и Оксана. И, значит, кто будет ближе к трех, к сумме, которую мы заплатим. По-моему, Оксана выиграла. Оксана вон, actually. Оксана сказала $300. Представьте. Воу, Оксана said 300, look at this. О, воу. That's crazy. I said, ну, that's it. Оксана вон. Look at this. Вы посмотрите, целая машина продуктов. Юра, что скажешь? Ну, я просто, сказать, без слов. Это такой шикарный магазин, что никогда не ожидал в Флориде. Я надеюсь, у него будет большой успех, потому что там есть еда, где никогда нигде не найдете в американском супермаркете. А вот Оксана считает, что все есть, то, что и у вас. Ну, в принципе, те же фирмы, но такое разнообразие. Второй магазин он открыл, да? Он нет, это второй магазин. А. Первый у нас в Орландо, а это второй. А, то есть у него сейчас два магазина? Да, два. Я сказал Винсент, что он продал первый. Не-не-не, Green Hills это второй магазин. Один в Орландо, а второй вот сейчас в Altamonte Springs, вот этот открытый. Дело в том, что наши магазины пустеют, и, наверное, сейчас выгодно арендовать такую площадь. И он воспользуется этим случаем, да. Но, конечно, большие деньги вложил человек, думаю, да. Потому что столько продуктов. Юра, ты не представляешь, сзади тебя какое голубое небо. Я смотрю, я поверить не могу, какая есть? Картинка, а? Какая картинка? Голубое небо какое сзади тебя, да, сейчас. Да, это да, офигеть смотри, просто. Ни одного облачка вообще, такая красота. Красота. Ну, мы уже во Флориде. Да. Это не... Вообще красота. Есть. Как, Оксаночка, у тебя настроение? Очень хорошее. Антон нам показала, что ты хлопнула дверью и ушла. Нет, надо ехать. Yes. What would you say? Oh, awesome store, very big, a lot of selection. Crazy, yeah, right? Yeah. И Винсент молодец, что он готов новую пищу пробовать, да. Знакомую. Да, это да. Он парень хороший. Да. I'm sorry, when you was telling me how store, and I didn't record it. I want to ask you again. So what do you think about this store? Oh, very good. I like it a lot. It's a huge variety of everything. Are you recommended to your friends? Yeah. just the paste alone for sauces, so many different types. And the prices. Prices are
Да. Я спросила у Винса, да как тебе магазин? А в это время я не записывала, поэтому попросила его повторить еще раз. Но он, честно говоря, обалдел от этого магазина. И я не знаю, куда, Оксана, мы будем все убирать, конечно. Там... Я уже про это думаю. Да. У вас один холодильник, да? Один. Two batteries have only one refrigerator. I know, we needed a double. So, while I'm driving, everybody think, where are we going to put that? That's a good question. Yeah. Все, ребята, поехали. Поехали. Смотрите, сколько вы принесли продуктов. Боже мой, он Оксаночка моя, Юрочка у меня. Давайте все это распределим куда чего, потому что Оксана ждет места. Говори, да, Оксана выиграла, потому что Оксана сказала $300. Я сказала 220. Ну, в общем, так, Юра, чего, как ты думаешь? Вот я разного пива тут набрала. Вам попробовать. Балтика? Ну, ты же принес Балтику. Вот, наверное, красная. Вот. Окей, Балтика. Девятку. Да. It's 8% of alcohol. I know. It's crazy. That'll do the trick. Yeah. Так. Так, чего у нас тут есть? Что, Винсент, у нас так, тут набрал? Тут? А вот здесь, значит, кислая капуста. Sauerkraut. Да, ты любишь, Юра, это? Да, очень, да. И вот здесь помидоры. 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 Винсент уже знает это слово. Mm-hmm. Помидор. Well, that's tomato. Italian word, isn't it? Помидор? В общем, вот это вот я вообще ни одной банки я есть не буду. Я не люблю. В общем, помидоры разные. Да, это помидоры. Так. А хлеб какой мы взяли? Look at this. Look how nice with all the garlic. Yeah. Uh-huh. Oh, so fresh. Oh, that's gonna be yummy. Вон Юра показывает, какой хлеб мы взяли, смотрите. Какая прелесть. Да. Похоже на хлеб, который Оксана делает. Да, да, кстати, Оксана такой хлеб делает. The smell. Дай-ка понюхай. Дай. That's why I bought it. Винсент говорит. Nice. Ой, так. Хлеб. Литовский хлеб. Да, литовский хлеб. Да, литовский. И еще мы взяли... Бородинский. Бородинский. Угу. Бородино. Right. Так, дальше. Так, что у нас еще, Юра, покажи. Вот, Юра у нас сегодня вызвался показывать продукты. Венгерское салами. Да. Есть какой? Batteries not included. Да, без батареи, говорит. Вот нахальная морда. Так, что еще? Еще бородинский хлеб. Орловский. Орловский. А, вот орловский хороший, да. Потом макароны. Это egg noodles. Да, это макароны яичные. Яичные, правильно. Потом у нас есть вермишель. Какая маленькая вермишель. Посмотрите, да, какая она малюсенькая. Боже мой, прям как червячки. Потом у нас есть такая секта Amish, который готовит органические продукты. Это самый лучший продукт. Вот самый сметана это. Это сметана Amish. Видите, у них такие коляски, они даже машины. Your favorite. Машинами не управляют. Да. Do you know who Amish? Amish, yeah. Yes, Vincent. Pennsylvania. Потом вот такие пенни. Так. Это. Потом у нас фростик. Это пельмени из телячины. Окей. Вот. Потом у нас помидоры. Потом... Помидоры. Винсент купил хачапури. Вы посмотрите. Оксана говорит, да я тебе, Винсент, сделаю за 5 минут хачапури. Он говорит, нет, я хочу такой. Московская салями. Во, московская салями. Потом у нас еще есть. Это. Чего это? Это... Пашута. Пашута, прошута. Пашута, да. Видишь, как красный такой. Да. Видите? И вот здесь еще есть вот такая салями. Это в венгерском стиле написано. Ничего у нас. Перцы какие красивые. Ой, Оксана, какие перцы красивые. Норвежские красные рыбы. Так. Так. Так, это потом у нас есть... А, это ребры. Уже готовые. Так. Копченые. Ребры. Потом здесь курица.
Вот, видите? Копченая, улица. Да. Такая. Пицца стоит. Come here. Вот. А это, значит, говорят, написано форель. Да, форель. Ну, выглядит как красная рыба. Ну да. Тоже копченая. А как форель по-английски? Я не поняла, что там. Траут. Траут, это форель, а, я не знаю. А вот тоже это редко. Сардельки. Да, из телятины, нет? Телятина. Да. Это не найдешь в американском магазине. Так, и здесь еще пошли. А, гречневая кашка. Угу. Вот. Это, кажется, даже из России. Окей, что мы там, да? Так, здесь, смотри, какие перцы красивые. Винсент, did you see how beautiful this? Yeah, oh yeah. Oh my God, вот это перцы. Потом здесь разные дрожжи. Дрожжи разного типа. What is that name? Лук. Правильно. Лук, there is лук. Так, вафельки. That's wrong. You bought wrong ones, but that's okay. Чеснок. Чеснок, молодец. Вот. Но это корейские. По-корейски это... морковка, да. Морковка, да. В Узбекистане такой. Угу. Вот и... А здесь разные... Сырки. What is that? It's a cottage cheese in a chocolate. Yeah, these are... Это что, конфеты ну, такие? Ну да, типа конфет очень да. Вкусные. Да, их в холодильнике надо держать. Это... Ты должен попробовать, Юра, это очень вкусно. Александров. Да, это очень у них фирма такая. С грецким орехом и мягкой карамелью. Да. О, сколько здесь, смотри, суфле называется. В темном шоколаде. Да. Суфле in dark. Должен попробовать. Это уже экзотика. Экзотика. Сырок творожный, глазированный, в молочном шоколаде. Да. Тумач. А да. Далее. В общем, это все такие деликатесы. Ну вот, потом мы купили 4 бутылки ессентуков воды. Ну, кажется, вот так. Все. Все, да? Окей. О май гад! Ну, вообще, серьезно говоря, Винсент, how much would you pay for that much in Publix? Oh, probably roughly around $450 to $500. Yeah. Да, 450-500, да. Да, но это не каждый день, конечно. Ну, нет, это конечно. Раз в месяц. Да, да. Ну вот, дорогие друзья, отоварились. Юра молодец, спасибо тебе. Юра у нас прям взялся, Оксана, показать все продукты. Ну, да. Вкуснятина. Вкуснятина. О, вам а, спасибо. Да. Да. Окей. Все. Хачапури, Джорджин пицца. Да. Уже я уже говорю, Оксана говорит, я вам приготовлю хачапури, а Винсент говорит, нет, вот так буду и все такое. Угу. Так. Пусть они сейчас, разогреют и перекусят этим, нет? Да. Или можно. Что? Да. You can make that and eat right now. Yeah, okay. With beer. With beer. Yeah. К вечеру сделаем. Да. С пивком, конечно. А сейчас с пивком перекусите. Да. Один пакет или два пакета? Я не знаю, можете два. А? Наверное, два. Короче говоря, вот вам хачапури. Булка с сыром. Это все. This is just bread with cheese. That's all. Yeah. Basically. It's like what Italians would say. If Oksana make for you dachi хачапури. Okay. You know what Italians would call it? Menza menza. Yeah, I told you. И Юра was right. Юра был прав, он сказал, что ты не ожидай даже ничего от этого. Ну да. Замороженного. Я могу испечь. Томатного соуса нету. Да. Это опять. Томатный соус это нельзя. А и здесь зерна. Ну это же не по. Конопляне. Не знаю. Try, it's not bad. It's pretty good. А что там внутри что-то что ли? Я не знаю. Сыр внутри. А внутри сыр, все понятно. Ну ладно. So how is beer? Where is your beer? Gone. You want one more? Mm-hmm. Но пицца без томатного соуса, это не пицца. Это не пицца. Так это не пицца, это хачапури. Это хачапури. Ah, it's хачапури, it's not really pizza. Eat that for him, I don't know if there's any more, he likes that. No. Пожалуйста. Там еще одна бутылка давай, есть. Давай. We have four of them, I think. Four? А, три. Okay. That's okay. Give me care now. У нас другое пиво еще есть там. Пицца? Mm-hmm. You want more? Yeah. You know no, this beer? No. That's it. Yeah. You know that this beer is not legal. It's not legal beer. You know that, right? Why? I'm Yura over, said that. You know that I'm over 21. No, but it's not no, legal beer. Just sell it. It's not really legal. Why? The beer cannot be over 6%. Oh, really? I didn't know that. This is 8%. Yeah.
Пиво не может быть больше 6% алкоголя, а тут 8%. Да, сидят два криминала, короче. Девятка, видишь? Да. Number nine. You are two criminals. No, we're waiting for the FBI to knock on the door. Yeah. Вот сидят, видите, как сейчас хорошо. Сейчас придет ФБР и нас арестуют. Да, перекусывают, сидят. Actually, it's not bad. It's not bad, really. I like it. Ну, понятно. Оксаночка, ты чего у нас собралась делать? Будем отбивные делать сейчас. Мы с Оксаной будем делать отбивные, но это уже будет в другом видео на Оксанином канале. Приходите, будем смотреть, как делаются свиные отбивные. Ну, видите, как с стихотворением. Свиные отбивные. Вот так. А у нас елочка горит. Елочка, елка лесной, аромат. И так далее.